Новые данные опубликовали мордовские статистики. И первое, на что можно сразу обратить внимание, так это значительный рост цены на картофель. По сравнению с первым летним месяцем он стал дороже на 39,3%. Немного отстает белокочанная свежая капуста – 23,1%. Не так значительно подорожали морковь, яблоки, апельсины, лук репчатый и чеснок в прошлом месяце. Однако кое-что и подешевело среди овощей, фруктов и ягод. Например, столовая свекла почти на 10%, свежие огурцы и помидоры на 7,5%. А также на 1-2% цены понизились на свежую зелень, грибы, бананы и виноград. Стоит отметить, что в июле продовольственные товары стали дороже на 0,6%, в том числе баранина на 4,9%, на 0,5% меньше какао, и еще почти на 3% хлеб и булочные изделия, мороженое, рыба. В то же время куриные яйца подешевели на 6,3% и почти на 5% жевательная резинка. Также немного снизились цены на майонез, фруктовые соки и кисломолочные продукты. На непродовольственные товары цены тоже выросли и даже немного побольше на 0,8%. Наиболее всего подорожали доска обрезная на 7,8% и плиты древесно-стружечные на 5,2%. А вот на еврошифер, например, цена упала на 3,4%. Стоит отметить, что подорожало топливо. Больше всего цена повысилась на 92-й бензин, почти на 4%. На 0,5% меньше, а и 98 и выше. Цена 95-го выросла на 3%. В целом автомобильный бензин подорожал на 3,5%, дизельное топливо почти на 2%. А вот газовое моторное топливо чуть больше, чем на 11%. В прошлом месяце индекс цен на услуги составил 102,8%. Оказалось, что ездить в купе поезда дальнего следования выгоднее, ведь билеты на эти места стали дешевле. А вот покататься на пригородном поезде, наоборот, дороже. Конечно, в первую очередь местные жители могли обратить внимание на выросшие цены за коммунальные услуги. В целом они подорожали почти на 10%. Здесь же стоит отметить, что в июле по всей стране инфляция ускорилась почти в 2 раза по сравнению с июнем. И Минэкономразвитие считает, что причина тому – индексация тарифов ЖКУ. Ну и напоследок немного данных для тех, кто вернулся из отпуска. В июле отдыхать было выгоднее в Турции и странах Закавказья, чем в Египте и Арабских Эмиратах. Такие цены были месяцем ранее. А что нам преподнес август, узнаем в сентябре. Арина Мелешкина, Евгений Фролкин, «Наши новости».